31 июля 2021 года 12-летняя школьница из Бийска по имени Аня, ранее вместе с родителями приехавшая на летние каникулы отдыхать на даче в селе Малоенисейское, отправилась на велосипедную прогулку. Девочка выехала из дома одна, без сопровождения взрослых, имея при себе лишь мобильный телефон, чтобы в случае чего родители могли с ней связаться. Путь Ани лежал из Малоенисейского в сторону поселка Семеновод по лесной дороге и не предвещал ничего необычного. Однако в тот день ей так и не удалось добраться до пункта назначения. Где-то по дороге девочка пропала. Когда Аня не вернулась домой, близкие забили тревогу. В районе исчезновения ребенка в первый же день началась масштабная поисковая операция, в которой приняло участие несколько сотен человек, не менее 150 сотрудников полиции и МЧС, а также местные жители и волонтеры. Кроме того, в поисках были задействованы водолазы и кинологические расчеты, а по указанным в ориентировках телефонам поступало огромное количество звонков, как от простых любопытствующих, желающих узнать, нашлась ли девочка, так и от неравнодушных людей, неспособных остаться в стороне и желавших принять участие в поисках. Пока добровольцы и кинологи прочесывали лес, водолазы обследовали реку по пути следования девочки, а полиция собирала сведения у семьи Ани и ее окружения. Работа велась круглосуточно. Вскоре после начала поисков 1 августа были обнаружены вещи пропавшей – футболка, шорты и телефон. Они лежали в беседке на берегу реки Бии. На первый взгляд все выглядело так, будто школьница решила искупаться, и уже в воде с ней что-то случилось. Однако полицейские хоть и предположили, что девочка действительно могла утонуть, придерживаться одной лишь этой версии не стали и продолжили расширенные поиски пропавшей, пока параллельно водолазы обследовали дно реки. В конечном итоге ни осмотр береговой линии и акватории, ни изучение других мест, где девочка могла оказаться, ощутимых результатов не принесли. При этом вопросы у поисковиков вызывало отсутствие неподалеку от вещей велосипеда школьницы. Именно его местонахождение вселило бы надежду на то, что первоначальная версия об утоплении могла быть неверной. Поиски велосипеда продолжались недолго. На него волонтеров и сотрудников быстро вывел служебный пес по кличке Беркут, взявший след от вещей школьницы. Оказалось, что средство передвижения Ани было оставлено у заброшенных гаражей неподалеку. На место его обнаружения тут же были вызваны оперативники и следователи, а эксперты приступили к его изучению. В глаза сразу бросалось то обстоятельство, что на находке присутствовали следы сторонней красной краски, которая стала важной зацепкой в деле, поскольку ее наличие могло говорить о столкновении с другим транспортным средством соответствующего цвета. Быстро нашелся и свидетель, который рассказал, что недавно видел в этих местах красный мотоблок. Полиция тут же приступила к проверке владельцев транспортных средств, подходящих под описание. Всего с момента исчезновения девочки ее непрерывные поиски продолжались двое суток, но увенчаться успехом им было не суждено. Все потому, что в ночь на 2 августа, ко всеобщему изумлению, пропавшая Аня сама пришла домой. Перепуганная и взволнованная, она рассказала о шокирующих подробностях своего таинственного исчезновения. Как оказалось, днем 31 июля во время прогулки на велосипеде девочку похитил некий мужчина. Он увидел ее в момент, когда та проезжала на своем велосипеде по проселочной дороге. Мужчина оглушил Аню, сбив ее на своем мотоблоке, связал руки и ноги девочки, надел на нее мешок, после чего положил в прицеп и отвез к себе домой. Держать ребенка неизвестный решил в подвале. Чтобы затруднить поиски пропавшей, он намеренно оставил ее вещи в беседке на берегу реки для создания впечатления, будто бы та утонула во время прогулки. А затем произошло странное. В ночь на 2 августа, спустя всего 2 дня заточения, совершенно внезапно он открыл подвал
и велел девочке возвращаться домой. Как выяснилось позже, похитителем оказался местный житель, 40-летний Олег Лавкин. Изучая эту историю подробнее, следователи быстро выяснили, что похищение, судя по всему, вовсе не было спонтанным. Так, позже девочка вспоминала, что Лавкин то и дело попадался ей на пути с тех пор, как она с родителями приехала в Малоенисейское. Но тогда Аня попросту не придавала этому значения и основания для какого-либо беспокойства не находила. Правоохранительные органы же были уверены, что Лавкин как минимум месяц целенаправленно выслеживал школьницу и когда подвернулся удобный случай, напал на нее. По словам местных жителей, сразу после произошедшего Аня находилась в относительно нормальном состоянии. С девочкой и ее родными работали психологи. К счастью, несостоявшемуся маньяку не удалось сломить ее психику, и он ничего не успел с ней сделать. А вскоре пострадавшая даже записала благодарственное видео ко всем неравнодушным людям, помогавшим в ее поисках. Я бы хотела сказать огромнейшее спасибо всем волонтерам, добровольцам, знакомым, незнакомым людям, что приехали сюда и помогали искать меня. Для меня это очень много значит. Я всем вам очень благодарна за ваш труд, за ваши поиски. Я знаю, вас было очень много. Вы очень долго искали, вы тщательно искали. За это вам огромное спасибо. Но что же сподвигло похитителя отпустить свою жертву? Очевидно, что одной из причин стал банальный испуг. Ажиотаж, развернувшийся вокруг исчезновения Ани, оказался слишком масштабным. Судя по всему, мужчина прекрасно понимал, что оставил слишком много следов, и рано или поздно на него все равно вышли бы правоохранители. Тогда уйти от ответственности ему бы не удалось. Потому он и не стал дожидаться прибытия полицейских к себе домой и решил действовать на опережение, отпустив девочку и сразу же скрывшись в местном лесу, который знал как свои 5 пальцев. Мужчине заочно было предъявлено обвинение по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Лавкина незамедлительно объявили в розыск. Теперь его предстояло отловить и задержать. Пока правоохранители разыскивали беглеца, журналисты пытались выяснить, что вообще он из себя представлял и присутствовали ли ранее в его поведении какие-то тревожные сигналы. Для этого они отправились к месту действия истории. Село Малоенисейское с населением чуть более 2000 человек находится примерно в 20-30 минутах езды от Бийска. Это тихое место, жизнь в котором идет своим чередом. Местные и не помнят, когда к ним было приковано столько внимания. Именно там Олег Лавкин родился, вырос и постоянно проживал. Соседи в основном описывали его как тихого человека с причудами, однако, по некоторым данным, у него все же прослеживались некоторые психические отклонения. Мужчина вел замкнутый образ жизни. За долгие годы его когда-то уютный зеленый дом с красивой деревянной резьбой превратился в маленькую избушку, вросшую в землю и с поросшей мхом крышей. Со стороны жилье и вовсе казалось заброшенным. Единственными людьми, с которыми вживую общался Лавкин, были его дочь, мать и отчим, живущие на соседней улице. Существовал мужчина за счет матери, которая его кормила и содержала, и, будучи безработным, иногда подрабатывал сбором металлолома. Его соседка, Людмила, рассказывала о том, что участок Лавкина всегда был завален мусором, металлоломом, старыми покрышками, сухими ветками, и заметить в этом беспорядке что-то подозрительное было сложно. Тем не менее, за высоким 2-метровым забором и горами хлама Лавкин прятал тот самый подвал, который, как оказалось, втайне от всех рыл на протяжении нескольких лет и в котором 2 дня продержал похищенную девочку. Также известно, что несостоявшийся маньяк давно пытался наладить свою личную жизнь. Судя по аккаунтам на сайтах знакомств, Олег Лавкин отдавал предпочтение молодым, стройным и похожим на подростков девушкам.
Однако найти ту единственную, которая согласилась бы разделить с ним его жилище, у него не получалось, даже за обещанную материальную поддержку. Алкоголизма или пристрастия к запрещенным веществам за мужчиной не замечали, но одна из его соседок рассказала, что по молодости тот имел судимость за хранение веществ, получив за это условный срок. В других же преступлениях его не уличали. По итогу, на просьбы кратко описать Олега Лавкина практически все отвечали, что он сам себе на уме странный, тихий и незаметный сосед, живший как привидение. Никто бы и не подумал, что именно этот неприметный мужчина в очках может стать героем криминальных хроник. По данным полиции, бросившись в бега, Лавкин мог передвигаться лесами от Малоенисейского в сторону Республики Алтай. Всех, кто мог его видеть, просили незамедлительно сообщить в органы, обещав за это денежное вознаграждение. Поиски мужчины не прекращались ни днем, ни ночью. В первые дни сотрудники полиции, Росгвардии, Следственного комитета, а также представители МЧС прочесали лесной массив, поля и все возможные места, где мог скрываться беглец. В населенных пунктах в обязательном порядке осматривали заброшенные дома, чердаки и подвалы. Ориентировки на него были развешаны везде. И хотя Лавкин тщательно старался не светиться, для него, к счастью, чуда не произошло. Долгожданное сообщение о том, что в селе Курота Ангудайского района был замечен мужчина, похожий по приметам на разыскиваемого преступника, поступило в полицию 12 августа от 36-летнего местного рыбака, заметившего Лавкина отдыхающим на берегу реки. Почти моментально беглый маньяк был задержан, а бдительный рыбак позже получил заслуженное денежное вознаграждение. Как выяснилось, сразу после того, как преступник отпустил девочку, он решил пешком двигаться в сторону Маймы, по тайге, которую знал как свои пять пальцев, поскольку был заядлым собирателем ягод и орехов. Так, скрываясь и передвигаясь лишь по ночам, постепенно он добрался до села Майма, а дальше, набравшись смелости, сел на автобус до Ангудая. Там, к слову, местные прекрасно знали, как выглядит беглец, и потому Лавкин старался особо не светиться, обосновавшись неподалеку. Однако, когда в какой-то момент он пошел в село за продуктами, то, потеряв бдительность, остановился отдохнуть и помыться у реки. Там-то его и заметил тот самый рыбак. Таким образом, в общей сложности Лавкину удавалось скрываться от правосудия около полутора недель. Вскоре после его задержания выяснилось, что похищение Ани далеко не первое его преступление против несовершеннолетних. В настоящий момент следователями устанавливаются обстоятельства еще нескольких эпизодов, которые, как оказалось, маньяк ранее совершал в отношении другой девочки и о которых он самостоятельно поведал после задержания. Личность потерпевшей не разглашается, но по одной из версий, ей якобы является его 16-летняя племянница, сирота, которую приютила мать Лавкина. Она часто заходила к нему, принося еду. Поначалу они просто общались, а потом дядя начал к ней приставать. До достижения девушкой совершеннолетия Лавкин якобы снимал видео определенного характера с ее участием и за деньги выкладывал их в интернет. Когда же девочке исполнилось 18, то он над ней надругался. Казалось бы, с поимкой злодея справедливость была восстановлена. Однако в 126 статье Уголовного кодекса, по которой первоначально обвиняли Лавкина, есть особое примечание, которое гласит, что если похититель добровольно отпустил свою жертву, то он освобождается от наказания, в случае, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Адвокаты мужчины старались опираться именно на это обстоятельство, выстраивая свою линию защиты. Однако, к счастью, эксперты считают, что избежать наказания обвиняемому не удастся. Слишком широким был общественный резонанс. Более того, как уже говорилось ранее, ему могут быть предъявлены новые обвинения по неизвестным ранее эпизодам. И тогда мужчина надолго окажется за решеткой. И даже если рано или поздно ему удастся выйти на свободу,
Местные жители совершенно точно не оставят его в покое. Стоит отдельно отметить, что данная история отчасти напоминает другое кошмарное дело, потрясшее Россию своей непостижимой жестокостью 2 десятилетия назад. Речь идет о деле скопинского маньяка Виктора Мохова. В начале нулевых тот держал в заточении в собственном подвале 2 девушек. Правда, в отличие от Ани, спастись им удалось лишь спустя несколько лет жизни в неволе. Впрочем, эта история заслуживает отдельного рассказа. Отметим лишь, что одной из параллелей в этих 2 делах является то обстоятельство, что Лавкин, как и его предшественник, втайне от всех преднамеренно рыл свой подвал на протяжении нескольких лет с той же самой целью – держать там людей. Но, к счастью, история несостоявшегося малоенисейского маньяка отличается от дела маньяка Мохова тем, что завершилась она относительно благополучно. Похищенная им Аня быстро оказалась на свободе, не искалеченная ни физически, ни морально. Ей повезло, что ее похититель оказался малодушным трусом, чего, к сожалению, нельзя сказать о жертвах скопинского маньяка, чьи жизни оказались поломаны в период самого их расцвета. При этом, если бы в какой-то момент мужчина не испугался последствий своих действий, то неизвестно, какая судьба ждала бы девочку и сколько еще времени она бы провела в неволе. Более того, вполне возможно, что Аня могла бы стать лишь одной из первых жертв Лавкина, чью деятельность, к счастью, удалось прервать в зачатке, спасши тем самым неопределенное количество человеческих судеб. Мы продолжим следить за этой историей, в том числе и в новостном телеграм-канале «Мрак» по ссылке в описании. Будем надеяться, что в конечном итоге извращенец получит по заслугам и больше никогда и никому не сможет причинить зла. Ну а на сегодня у нас все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и, как всегда, берегите себя и своих близких.